Сибирские сейсмологи смогут составить более точные прогнозы. Одна из портативных сейсмостанций геофизической службы оказалась практически в эпицентре нынешнего землетрясения. Это позволит детально описать все процессы в недрах Земли в эпицентре. Частные детские сады в Хакасии получат льготы. Для них снижен размер арендной платы на помещение от 20 до 90%. В Убийском районе частные детсады вообще освобождены от аренды. В республике с 1 марта стартует прививочная кампания от клещевого энцефалита. В прошлом году сохранялась напряженная эпидситуация. 65 человек заболели энцефалитом. Сезон активности клещей наступает уже в конце марта. Новый регламент проведения экзаменов по вождению разрабатывает МВД России. Теоретический экзамен останется без изменений, а вот на практике ошибаться нельзя. Все 5 упражнений станут обязательными. Пересдачу даже одного отменят. В Абакане на одной сцене выступят солисты 5 крупнейших театров России. Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, Кремлевского балета и Большого театра, а также балерина из Южноафриканской республики Кейт Лефетла. Она станцует «Черного лебедя».